вот такое у нас утро. Чифлики. Ветер дует. Очень сильный. Всю ночь. Проснулись от того, что у нас очень сильно стучали фары. Солнце еще не встало, но я, наверное, пойду купаться. Собиралась уже идти купаться, но потом подумала, а зачем идти? Блин, 5 метров, то есть нифига не 5 метров. Тут мы поняли, что здесь кажется очень мелко. Итак, глубина, значит, у нас какая? Как? Здесь 2 метра, плюс у меня вытянутая рука. 2,5 метра? Да, 2,5 метра под нами. Прям чуть-чуть в тютельку. Рисково, мы тут вчера в темноте припарковали. Да, это вообще жесть. Витя делает зарядку, разминочку, спали, если честно, ужасно. Меня до утра тошнота не отпускала и головная боль. Пляжный отдых с видом на вашу яхту выглядит вот так. Наша яхта стоит. Судя по тому, что Белла лежит на причале и пытается что-то достать из-под лодки, она чего-то уронила, тапок, видимо. Сейчас кому-то придется незапланированно нырять. А может, не придется. Нет, трубку уронил. Что, руки не держат, да? Витя готовит детям сад. Выходим из Чифлика. Хорошее место, очень хорошее для отдыха. Идем дальше. Куда идем? Идем в Узуккуле. В Узуккуле? Да, там замок.
Какая, Юля, отсесть. Очень непривычно, когда яхтой управляет автопилот. И штурвал двигается сам по себе. А наш капитан пошел искать место. Вот изучает внутри. Поизучав минут 20 карты, Витя нашел какое-то местечко для якорной стоянки. Идем смотреть. Хотят покупаться. У ребенка улетела шапка. Сейчас пытаемся ее достать. Ты видишь, Витя? Да. Не. Здесь скала должна быть поблизости, так что аккуратнее нужно. Все. Бухточка, которую Витя нашел, оказалась очень живописной. Правда, здесь уже есть одна яхточка. Да. Но мы рассчитываем припарковаться рядом с ней и немного покупаться здесь. А еще здесь ожидается песчаное дно. Я имею в виду тут за ними, а кто левее. Он мне звонит. Смотрите, какие здесь красивые места, потрясающие места. А там дети резвятся на берегу. Вот отсюда кажется, что пляж песчаный, но, к сожалению, это не так. Мелкая-мелкая галька на берегу, а в воде большие, очень скользкие камни. Не очень приятно, в особенности, если вы без коралловых тапочек. Начать запись. Не успела я вам показать кольцо, которое сделала для Витечки. GoPro выключись. На заказ на день рождения. Как он его утопил. Сколько мы не ныряли, а кольцо так и не нашли. Глубина здесь небольшая, всего 8 метров. Мы достали со дна маску, которую уронили дети, а маленькое колечко так и не увидели. Но оставлять его на дне жалко. Поэтому, друзья, публикую точную карту места, где Витя его потерял. Возможно, кому-то из вас улыбнется удача, и вы станете обладателем морского трофея. А мы за вас порадуемся. Что ж, внимание на экран. И всем желаю удачи! Координаты данного места оставляем в описании к этому видео. Ну, после отдыха мы покидаем эту очень живописную бухту. У нас было небольшое ЧП, нас покинуло с якоря. Мы чуть вот на ту скалу напоролись. Пришлось переставляться. А теперь мы продолжаем путь в место, которое называется красиво Зубкале.
Еще раз. Узук коля. Вот. Капитан, во время греха. Скажи что-нибудь. Пока все отдыхают, мама управляет. В очередной раз не смогли пройти мимо плавающего в море предмета. Принялись его вылавливать. Урожай. А где ты? Это штуковина для плавания, что ли? Папа, дай тебе посмотреть. Да, это как тут, вот наша добыча. А-а-а. Чтобы учиться плавать. Я такой сидел. Садись на нее. Если две, можно. В этой бухте расположены красивейшие развалины древней крепости, и мы очень надеялись по ним погулять. Однако судьба распорядилась иначе. Сейчас будем швартоваться вот в это место. В Бузук-Кале, где была запланирована наша следующая остановка, нас ждал неприятный сюрприз. Все места у ресторанчика, расположенного рядом с крепостью, оказались заняты, а те, что не заняты, уже забронированы. Нам пришлось искать другое место. Ресторан Cellar House. Когда я снимал видео про замок Гая Юлия Цезаря. Это из серии, как Витя получал айвайки. Да, именно из этой серии. Я останавливался именно в этом ресторане. К сожалению, тогда я ничего не снял про ресторан, но я сказал, ну вот, вот на ресторан. Готовят вкусно, очень вкусно, но у них есть особенность. Цена 120 лир на человек, сколько человек вас нет. А дальше ешьте сколько хотите, ничего хотите. Но 120 лир сводите на стол. Нет, мы не загружаем лодку в поход, мы выбрасываем мусор. Вот на этом полуострове мусор выбрасывают вот так, вывозя. Куда его возят? В город. Мусор. В город и на утилизацию. Все цивильно. Ветерочек раздувает. Все сильнее. С гор прям ветер очень сильный в этой бухте. Не знаю, всегда так или нет. Двора пытаются поймать рыбу. Мы уже привязали свои все, что может биться об мачту, поэтому бьются соседские фалы. Ну и периодически слышим гул мачт.